Осторожно, мошенники ищут курьеров. На телефоны приднестровцев приходит рассылка сообщений. В них заманчивое предложение, как легко можно заработать денег. А заодно и срок. Все подробности прямо сейчас. Стабильный доход до 300 долларов в день. Главное условие – наличие телефона. Так предлагают работу мошенники. Сообщения сегодня приходят на телефоны приднестровцам. Предложение с первого взгляда заманчивое. Правда, авторы смс-ок забыли упомянуть. Цена такой работы – свобода. В сообщениях пишут о том, что предлагают работу, не говорят, какая работа, не прописывается. Условия – наличие мобильного телефона и даже не важно, где ты живешь, твое местоположение. Легко и быстро заработать деньги. Соблазняются молодые люди чаще всего. Но, однако, иногда становятся люди уже довольно-таки среднего возраста, которым просто тоже нужны деньги, хочется быстрого заработка. Сообщения приходят с разных номеров, но текст везде одинаковый. Для того, чтобы узнать подробности, необходимо перейти по ссылке на телеграм-канал. Она указана в конце сообщения. Но сейчас это сделать просто невозможно. Она неактивна. Люди, которым пришли эти сообщения, в частности бендерчане, поясняют сотрудникам милиции, что ссылки они не открывали. То есть уже они проинформированы о том, что мошенники могут быть. Сразу просто сообщали в милицию, эти мошенники очень хорошо владеют психологическими приемами. То есть, возможно, как только вы начнете с ними общение, также можете быть вовлечены в эту схему. Они могут ввести и манипулировать человеком, ввести в заблуждение с целью своей наживы. Поэтому правоохранительные органы просто предупреждают, что лучше не реагировать на подобные смс-присылки. Сейчас в деталях разбирается милиция, ну а сотрудники МВД предупреждают, как только вы начинаете выполнять задания, вы автоматически становитесь участником схемы. Курьерам, которые согласились на такую работу, грозит до 12 лет тюрьмы.